во многих сферах жизни, и особенно в своей профессии, работе, я очень избирателен, точен, я быстро могу понять, разобраться, по поводу чего стоит думать, по поводу чего не стоит. Стоит этот замысел, который пришел в моей работе, или не стоит. И неуверенный в себе человек. Не умею расставлять какие-то жизненные явления по ранжиру, что более важное, что менее важное. Я переживаю по поводу всего. Люди читают то, что я написал, или смотрят спектакль, они полагают, что я мудрый человек. Потому что в спектакле мудрость есть, и композиция есть. В жизни композиции не существует. Вот это вот та художественная мудрость, которая присутствует у меня в художественном произведении, никаким образом не транслируется и не конвертируется в обычную жизнь. Я признаюсь, я не раз об этом говорю.